вы знаете, я думаю, что вряд ли это получится. По одной простой причине, что я работаю и... Так мы вам тоже предлагаем работу. А? Мы вам тоже предлагаем работу, Юрий. Хотя бы пока в качестве консультанта. Я знаю, что Казань от... Ага. Я думаю, что вы можете лучше предложить, я поэтому... Почему вы так думаете? Северные ветры, а ты знаешь, какие у нас снега километры. Тоже интересно, на самом деле. Ну, надо тебе сказать, что если не ошибаюсь. Я тебе сбил планку. Нет, совершенно не сбил, нормально абсолютно. Ага. Действительно, об этом мы сейчас и поговорим. У нас чуть позже с тобой будет в эфире из города Киева по телефону. Класса! Молодец! Кого-то запрещали, кого-то пропускали, но это совсем другая песня, совсем другой фильм. Впервые в Европе появилось движение, которое открыто занимается глорификацией худших из нацистских преступников. Когда я говорю худших, это те, кто непосредственно своими руками убивали и убивали так, как немцы даже не допускали. Что ж ты такое, а?
Мягко. Ты посмотри, он полу... Бля, он просто дебил. Да, он просто дебил. Он еще и людей собрал за собой. А там вон гаишники. Чёрт, случилось. Ты ёпа-матерь, они сбили кого-то. Менты. В смысле сбили? Ну, сбили, снимают кого-то, человека, да. Ладно. А, этого полудурка. А, он пьяный, наверное. Все, все понятно. Все, не они сбили, а он в них ехал. Ну да. Все, все. O kurwa! Thank you.
Петя! Пидорас, кусок, а! Ночью однажды он погрузился в странное глубокое забытье. Он шел по коридору, ожидая... Ох, вы дебилы, блядь! Вот вы долбоёбы, блядь! Нахуя? Пиздец, блядь!